просил. Я уже не покажу с рука, я удалил вроде. Убейте, блядь, сначала этого большого. Ну. Да, можно напуливать, пожалуйста? Да, нету ебаного. Глю, бабл, блядь, прохил. Пизда, нахуй. Пизда. Фонарь дашь сокру под истребление? Угу. Да. Давай. Прохил. Все, вонючку бить. Глю, следующий твоя сокра под эту хуйню. Можешь бабл еще нажать. Жми. Глю, глю, блядь. Прохил быстрее. Поздно нажимаешь, блядь. Ебу пельчик, блядь. Прохил. Часть бан должен к следующему откадышиться. 20 секунд. Ну да, к следующему говоришь. На истребление нажмешь сам. Не успел, сука. Ну ладно, прохиливать. Пизда, нахуй. Следующий, да? Угу. Следующего не будет? Нажимай. О, у меня 6 стаков, а, похуй. Ну же все равно. Ты у меня на 9 забрал. 1-1. Будущий нап на арену есть у тебя? Дайте ему срез. Угу. Дайте ему пробав. Пробафали рейд и пуляйте вон этих мелких пока. Пока там прелесть идет. Бьем эту хуйню. Ленточка пролезти выпадет к 100. Блять. Видишь шамана? Я сдам массакру на следующее. На следующий прыгаешь. Да, и гнев небес лучше. Ну КД, я сдавал на этих чудищ. Кабел диск.
Только потом это, после тухлого гнилого, не бежим сразу. Там этот, с уманем Велина, чтоб квест знать тоже смог. Это дайте каску по шаману. Только не спульте случайно, а то был этот квест проебали. По дроидам, да, пожалуйста, спасибо. Бухать, да? От крови отказываюсь, напоминаю. Ой, блядь. Забери, 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 нахуй. Безжалостно, пособирай трэш на пульте на фонаре, пускай фонарь босс ставит. Я, блядь, мискликнул. Да, бьем, конечно, мискликнул. Давай, Гер. Старин. Станьте все ему прямо под жопу, между ног, чтоб брызги не сделали. Начну у меня пиво. Кто что там? Войд пули. Север, нажми раскол, пожалуйста. Можете не кливать, я таунтом забираю, я ЛП не достаю. Так, приготовились. Разбежались, ушли с центра все, быстрее ушли. Дай себе круг фонарик. Дал. Блять. Все, вернули все в центр, встали под босс. Все, не ворочай его, похуй, пускай так стоит. Угу. Под босс встали все.
О, ну, травма упала. Травмочка сюда. Ой, слизень ебаный. Слизень, обейте. Бейте слизень. От крови отказывайтесь. Травму линкуйте Риду, ПВС, пожалуйста. Так он игру дали сразу же. Где он там, блядь, сейчас я его обрадую. Ну да, ну да, пошла нахуй, как обычно. Да, так бля, и быть, мы тебя ждали, мы тебя ждали вообще-то. Так а что я могу сделать? У меня пинга ебаная прыгает до 10 тысяч. И не говорите мне про точку UQR, нахуй я зашел, у меня основной аккаунт по пизде полетел, нахуй. Так и быть, я поношу я за тебя. Прокси пробовал, Володь? Я сейчас только что про это сказал, что я заходил через это прокси, у меня основной аккаунт нахуй полетел. Ну а, так да, на, там аддоны все слиты. Ты не понял? У меня на моем основной, на основной точке доступа нахуй все слетело тоже. И там, все полетело везде. Заранее, типа. Ладно, Володя, не расстраивайся, есть хорошая. И новость. Пинга не изменилась. Ничего не помогло, я вчера просто... Блядь, застал, куда вы бежите, бейте, застал, господи! Квест, застрял себе ЦЛК, все, что можно было. Ну ты не расстраивайся, на стриме я Макс вышел, как я стол чуть не разъебал там. Мне жопа горела, нереально просто. Чё, только Вов меня лагал. Володя, все равно вот говно. Ну только травма упала. Тоже блин. Вот, это травма обычка. Ну, чё раз. Даже обычка на Т4 очень хорошо прокает. Ну, мне эта мусорка уже заебала, блядь, натуре. Я им даже написал сообщение, там, блядь, нахуй, в строк, наверное, 7, нихуя не ответили. Ну, это не только... у тебя одного, я смотрю. Много у кого начал лагать. Хотя, не знаю, мне наоборот помогает этот, как его, блядь, задима быстрее. Ну, кому как? Мне помогает этот прокси. Он написал, что, типа, я сижу, сижу с Китая, у меня пингует, что-то я не могу играть нормально. Ну, только такие долбые пишутся, все. Так, сердяга. Ммм? Вообще-то он умер. Давайте рано. Шаолиньский стример получается. Блядь, не тебе. Все, отчет даю, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Берите дистанцию. Да, зачем? Ну, блядь, портал забыл поставить. Ладно, похуй. После перебежки поставлю. Берешь пал, да? Давай его как-то подвинем. Кого вы, блядь, двигаете, нахуй? Поставьте ему босса, блядь, пускай он стоит, блядь. Мирай, блядь, крест. Сбежались, взяли спору. Так
разошлись, набрали рейндж. Сбежали, взяли споры. Сбежались, набрали рейндж. Хлебшик. Хлебшик тут. Походу вылетел. Сбежали смерки. Швеб скрес. Я дам массакру. Угу. Разбежались раньше, чтобы брали быстрее. Дайте герб. Хочешь? А, все. Отлично. Сейчас дамажим... Этот... Не сносим споры, просто дамажим босс. Кирилл, если он его так не засчитает, босса, нет? Да? Меня, говорю, выкинул Сирус. Это ж не сундук. Это ж не сундук. Не засчитает. Ну, перс офнутый. Тебе надо было не перезаходить, чтобы тебя не выкинуло. Чтоб ты остался в этой хуйне. Чтоб, ну, засчитал тебя босс. КВ хотя бы тебя засчитает, тебе просто нужно со всеми будет подойти, а не тыкнуть тебе и засчитано будет. Ну, если сейчас боты выпадут, то я тебе, блядь, дам звание неудачник года, нахуй. На похуй найти дебаф. Надо едку успевать. А, ты про квест имеешь? Квест никто не сдает сейчас. Ждем всех. Веля до самонем. Чтоб типа он тоже квест летел. И это. И холиши тоже знает. Чтоб квест хотя бы засчитал. Лут говно нахуй. Блять, вот это лут, пиздец, конечно. Самое говнище. Никто к вас сейчас не сдаёт. Отойду минутку. Ну чё, очередные 700... 700 УД? Да, 750 только. Суманите его сюда. Да подождите, там еще надо одного сумануть. Ладно. С
пускай дает, хуй с ним. Не упали боты, блядь. Упало такое говно, нахуй, что просто пиздец. Лютеешь. Это не так обидно. Там у нас просился пук. Ладно, хуй с ним. Пускай остается. А ты кровь продал, что ли? Да, кровь я дал. Ну, за сотку. Неплохо. Сдавайте, крест. Сорян. Сам в следующий раз попросился. Ой, какая багруха. Кому-то, блядь, уже багрухи там нападали, блядь, величественные цирконы, блядь. Ой, я не один с цирконом. Что, ни одной боешки еще не выпало? Пиздец. Да, не, выпало кольцо на танк 64. Ну, почему ты не показал? Кому-то там повезло. Нормально. Еще как? Оно вообще дорогое, не? Ну, 1017 стоит, по-моему. Что-то такое. Нет, я, по-моему, чекал 19 или 20 стоило пару часов назад. Нормально. Покажите мне телефонарь, пожалуйста. Блять, экран никто не открыл. Не открывай, я открываю. Сейчас крутой танк стоит открыл. 20 тысяч. Ты не продашь ты за 20 тысяч, типа? Танковское кольцо стоит меньше 10, о, там, 1003. Мне одного калибра да упало, нахуй. Ебать. 40. Вот забагать комнату? Там, да. Кстати, репу дают сейчас, по-моему, за вот этих жучков маленьких. Багруха в цене поднялась, опять 70 тысяч стоит, если что, там, куда упало, ну. Подойдите ближе, тут прощиться надо. Да нет, уже не дамажит. Да, два холодных хребака у меня есть. Заебись, еще оно там 1040 стоит, еще 80, какая-то нормально. Там он тот страхолит упал в сумке, это я куплю одну штучку. Брат, какой покупать, если тут есть я? Ну давай мне одну штучку, спасибо. У меня большие есть, маленькие. А так это было выгодное предложение, можно было бы к пугу продать за косарь, вот и шо хоть. Да, Джипс, есть у тебя фонарь? Есть, конечно. Ты к ней, я это шлифование возьму. Уже поставили. Фонари, ты отыгрываешь роль Милика сейчас. Как? На этом боссе, понял? А. Ну, блять, как Шин? Милик бегаешь. Настя, это я умею. С бабами сидеть. Барак Обама? Обама. Обама. Главное сокру перед ним не сдавать, иначе забагается. Постараюсь. Так, сейчас я перезаплю на снова пауза. Кому тут, блядь, метку поставить? Кто ответственный, блядь? Кто может поводить РДД? Я. Точно? Ну, второй фазы, конечно. Тут три фазы, если что. Швепс, швепс вроде шарит, нахуй. Закрывал там что-то, ну? Паприка шарит, паприки да нет. Играй, дай тебе эти косисты, только смотри, блядь, от воде от лучших пельменей на 7 метров поставь. Мирай, у РПБ не пробовал? Фигня? Блядь, шибупельчик. Да 70к за квест, я думаю.
Фонарь, я буду тебя хотать. Мы еще раз перезадим. Только не меня, а Абаму надо. Ты Абам будешь? Нет. Вообще-то в Абаму будет мой паладин. Риндо. Да, я тут так подпилас. А, я диван даю тогда. Это ответственно, Рофанарь плюс. Нет, ты будешь танчить на третьей фазе. Все как положено. Танчить? Я же милик, я бегаю как милик. Есть танки кастры? На третьей фазе ты будешь танчить. Хочу танчить. Так, грань одета, КВС. Где ты хочешь танчить? Взят, окей. Так. Рыбу став хавать. Стоит уже. Да, и сиськи на себя начну. Дайте шкаф там смонуть. Шкаф поставьте на. Ну давайте, ребят, шустрее. А кто там, блядь, еще? Синрицу, блядь, сейчас как минусану нахуй. За да, прям по нему нахуй. Там по СС-у не было инфы, я то отходил. Нет, СС не надо пока. Беба. Феникс, у тебя это грань не одет. Типа то шквала какой-то одет. Или это да я в курсе. А, я понял. Бепа, ты нормально себя чувствуешь, не лагаешь? Лагаю, блядь. Не терпи нахуй. Встаньте все РДД в кучу сразу. Перед полом. Каску пороги, знаете? Ты каску знаешь? Да? Да. Заебись нахуй. Ой, блядь, ну, ой, пизду нахуй. Где тут у тебя каски вообще на панели находятся? Объясни мне нахуй. А там макрос. На панели. Пизду нахуй. Ладно, книга заклинаний, блядь. А в защите первая страница сразу будет. Ебать, ты что, за нее в обаме сидеть будешь? Да. Ебать, кринжнес. Я там последний на раз все, сидела, на всех каска есть. Году, на остальных, на всех каска есть. Наваров еще, да, блядь. Кто там еще, блядь? Это ж как на велосипеде. Все, на остальных уровнях всех есть. Спасибо. Все, короче, блядь, отчет даю, нахуй, поехали. На пульс, пожалуйста. Считай, считай. Гера с пола будет? Отчет даю. Нет, какая нахуй Гера, не будет с пола, нахуй Гера. 3, 2, 1, пул. Служу вышли. Служу вышли быстрее. В луже не стоим, блядь. Быстрее выходим. Вот эти обамы. Господин Эдик. Можешь забрать, если хочешь. А что-то забыл про это вообще. Милики подъебало зеленого. По зеленому свищнулись, поехали в зеленого. Быстрее. Настя портал не ставил. Блять, дай сокро, фонарь быстрее. Да, почти. Служи, выйдите, допивайте зеленого быстрее. Босс, играйте. Я вижу. Стопните по боссу, не бейте. Стопните по боссу, не бейте. По красному все въехали. Босса подводи под красную, пускай уешится. Босса переводить.
это еще откуда? Отойди, отошли, РДД сейчас пельмени будут. Отошли, отошли, отошли от босса дальше. Пельмени отошли. Разошлись пельмени быстрее. Дамажим, станьте кучнее, РДД. Колбы сейчас будут, милики, подъебало. Отошли. Лужа сейчас полетит. Где лужа? Нахуй. РДД кучнее станьте. В зеленом подъебало. Пельмени отошли вправо, РДД. Быстрее вправо отошли. Да, избаунд. Блять, ну что ты там делаешь, подушечка, блять. Ой, блять. Ты можешь метки стоять? Вон печенька. Вот там тусуйся в РДД зоне, пожалуйста. Сыграли быстрее, убили зеленый. Пельмени аккуратно. Угу. РДД приготовились. РДД в красную поехали. Мелики по красному сыграли. Быстрее красного убили. Пельмени отошли. Обход и бам, пожалуйста. Колбы. На тебе все висит, то, что должно висеть. Угу. Зеленый пэх. Лужи вышли, лужи вышли. Кумака сзади, блин, сделай назад. Угу. Вышли с лужи быстрее, пельмени аккуратно. Милики. Зеленый убьем больше ТПС. Босс пьем. Сандер стакайте, пельмени отошли. РДД по красному уже убьем. Красного влились. Милики лужа, вышли, 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 вышли быстрее. В красном все сучились, милики. Быстрее красного убили. Быстрее, 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 быстрее. Еще наш еще босс поехали, там колбы как раз. Пельмени отошли, РДД быстрее. По зеленому поехали, лужи вышли, РДД, лужи. Подошли, подошли к вару подошли быстрее. Ну, блядь. Отошли от зеленого. Зеленого влезь быстрее. Серый, дашь по нему бэт. Пельмени успеет откинуть нормально. Отошли от пельмени. Добили зеленого быстрее. Зеленого быстрее добили. Угу. Дай БР, серый. По колбам, пацаны. Лужа аккуратно. РДД по красному играем уже. Быстрее добили красный. Блять, надо еще раз набить. Стопнули по боссу, стопнули по боссу. Никто не бьет, босса никто не... Блять. Я не успел плюнуть. Ладно, сейчас Геру даем, все заливаем зеленого. Только милики в РДД зону потом сразу. Я не успел плюнуть. Здесь не зыбка. Да, даже не зыбка. Лужу встанем. Справа от лужи встанем. В печеньку просто встаньте. Все, в красном въехали быстрее. Ой, зеленого поехали. Зеленого поехали. Ну подойдите ко мне, сейчас дохну, блять. Прохил, прохил. Да сука, нахуй, дебилы, блять. Падаем, да? Падайте, блять. В лужу зайдите все.
Гриш, сука, милики нахуй, подходим, сразу бьем, блядь. Где вы нахуй все тусуетесь, Мелизон? Алло, нахуй. Я не говорил, милики, когда это идите. Я сказал, РДД дадите в печеньку. Значит, я поймал. Хотя, вроде бы, этого не говорил, нахуй. Шкаф поставьте быстрее, с ума всех, фулбаш. Ну, значит, милики проебались мне. Не, никогда меня выбрало перед этим, это точно было. Если кто-то стримит, я даже зайду пересмотрю это нахуй. Быстрее сманите всех, Насте рыбу пустой. Перевелись зеленым мобом, да? Да. Так все очень быстро произошло, типа забей, не повезло просто. Чересчур сильные получается. Ну, на проценты надо посмотреть просто заранее сейчас. Я, блядь, поздно заметил на 36%. Там, блядь, увлекся, на грань нажимал. Чтоб раги добить, чтоб плюнуть успеть. Как раз 36 было. Я весь бой раги 80+, даже без луз было. Я грань когда нажимал, понимаешь, на шестерочку нужно 100 раги. И потом набирал на плевок сотку. Там легко набирается у тебя. Я знаю, что легко. Я ж ничего не говорю, просто отвлекся. Ну, бывает ничего страшного. Погнали. Нельзя в Обаму залезть и напить лужи и ебануть КВ, не? Не работает. 6 минут баф. Ну, на третьей фазе, на последней, когда проф уже ебашит стаки, типа ты куклу сидишь. Знаете, и... я каску вроде по всем дал, или у кого-то нет? Шаманов нет. Там недоступно, что, по-моему, становится. А, не понял. Так. Есть на тебе каска на шамане. Что-то не отображается. Все, отчет даю. Что там, сколько? 5, 4, 3, 2, 1, пул. Лужа. Лужа вышла. Лети зеленым подъебал, об зеленого поехали. В РД зоне стоим, ждем. Зеленого бьем. Уже. Этот кинет нормально. Добили РДД зеленого. Добили. Все, дальше басуем. Ты мог бы подвести проф, конечно, поближе, но это же первая фаза. Чтоб милики далеко не бежали. Все, стопнули, по боссу не бьем. Стоп, ДПС никто не бьет. Вообще никто не бьет, еще раз повторяю, блядь. Уже 80,5%. По красному поехали. Красному влились. Настя, беги. Лужа аккуратно выше. Все, босса бьем. Босса. Пельмени сейчас будут, РД отошли, пельмени быстрее, ушли. Сандер Вара не вижу, блядь. Купол бы. Подъебали.
ебало зеленому стали. Лили зеленого. Пельмени отошли, орды, да, отошли, быстрее, ушли. Блять, подушечка, ясно. Подошли, подъебало зеленым. К столу отошли, ждем, пока рекаст. Добивайте зеленого быстрее. Подошли, добили. Подушечка, вставай сама. Вставай. Ребафнули шамана быстро. Кашку бафните кроме там. Пельмени отошли. РДД по красному уже бьем. Лужа. Красного свечу быстрее. Сейчас колбы будут. Пельмени отошли. Сейчас колбы будут мелькие. Аккуратно. Колбы отводи. И мало зеленому стали сразу. Зеленого поехали. РДД отошли лужу. РДД отошли лужу. Вышли с лужи. Пошли по зеленому, ехали. Нормально, успеет откинуть. Фонарис сокру дай. Фонарис сокру. Дал. Успел. Прохил, угу, прохил, прохил. Успел. Добили, 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 добили быстрее. Колба не отлетает. Прохили, подняли. Пельмени отошли. РДД отошли, пельмени быстрее. По красному поехали, РДД. Красного свечкнулись, милики, быстрее. Пельмени отошли. Отошли пельмени быстрее. Колбы аккуратно. Нам нажимать уже сейчас будет. Лужи вышли, лужи вышли, лужи вышли. По зеленому поехали. Да, и есть баунт. Добили зеленого быстрее. Так, может, пельмени аккуратно. Там под стол прямо летят. Уже вышли. Сейчас я выпью все, подождите секунду. Пельмени отошли, пельмени отошли. 38% увожу по профу стопаем, да? Да, да, да. У нас там слизень появился. Красного бейте все. Крючок, еще зеленого будем убивать. Не бейте профу вообще. Обходайте его, блять, потому что обходайте меня, блять, слишком дохуя лучше, надо выпить. Все висит. Я не успеваю, блять, лужу выпиваю. Надо было выпивать сразу. Не бей профа, кто там бьет реслин, не бей, не бей. Процент. Не бейте профа вообще. В РДД зону, все в РДД в зону, все в РДД зону. Этого заберите с профа, поэтому заберите. Батя, забери питомца под себя, пожалуйста. Все, надо профа переводить после зеленого сразу. Переводить надо. Дай. Когда я есть маунт, если что. Я не успеваю. Надо переводить. Дай сокру фонарь. Да. Пельмень. Добивайте профу, переводите. Быстрее. Блять, не успеваете. Блять, волохня ебаная, сука, нахуй. Просто лужи не успеваю. Блять, стопните, стоп. Блять, да ебанись нахуй. Ну что происходит, блять? Да давай, бьем. Успели. Они не успели. Да я... Какой успели нахуй? Я плюнуть не могу успеть нахуй. Одного... Пизда нахуй. Слизня одного не заплевываешь, тогда успеваешь, понял? Да в смысле, у меня 100 раг, я просто не могу, блядь, не плюнул из-за того, что нахуй, ну. Геру, дайте быстрее. Реслин, боты нажмешь. Все по-красному сыграли, быстрее. Бурсты все свои дайте. Нажми боты. Нормально, все по профу поехали. РДД кучнее, станьте.
оба сейчас будут скоро. Пельмени отошли, РДД. В лицо. Блядь, слушай, конечно, пиздец. Лужи отошли. Стака. Диван дают мне или что? Колба, колба, колба отошли. Дайте диван по безжалостной Рислин. Дай бы я будет фьюрик у него. Я, естественно, не значил, потому что... Дамажим, дамажим, проф. Давайте все к луже обратно. РДД сейчас зажмете нас. Двигай чуть босс еще. Все, хорош. Подъебало, сейчас колбы будут. Колбы сейчас будут. Лужи, лужи. И колбы сразу сейчас будут. 400. Да, есть баунд. Отошли, отошли. Пельмени, пельмени отошли быстрее. Забираем, да? Будьте кучно, не стойте на ход боссу. К лужам жмите. Все, дамажим, 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 нормально. На четвертом стаке я дам диван, если понадобится. Колбы там кинул, я не вижу. Колбы отошли. Ой, отошли пельмени. Дайся круглю. Сейчас колбы еще будут. Подъебало, подошли. Отошли от колбы быстрее. Отошли. Блять, полутали уже, ну. Фонари, дай сокру. 400. Да. А я диван даю. Бежал с ней. Снимай, забери босса. Ну, блять, что вы делаете? Ну, какой... Ай, блять, фонари нахуй. Дамажьте. Пельмени отошли. Дамажьте босса. Не надо было диван давать. А все красиво, не паникуй. Бля, этот дебаф ебучий дивана нахуй. Найти снять, это такая проблема. Бля. А канцел аура, божественное мешательство. А макрос надо написать за это. Место на панели, пацаны, нету места. У меня ДКшника нет места. Ладно, я занижу, Даш. 8 панелей, блядь, по-моему, доступно в игре. Я тебе могу скрин скинуть, у меня все в макрос. Все 8? По 12 кнопок? Макрос типа плевок там, да. Идите покурите пока что. За ЗОЖ. Курить, сосать дьяволу. Вопросы? Фонари не пизди. Что нахуй за говно? Где моя колба, блядь? Пиздец. Я съел колбу. Кто в обаме не сидит, тот колбу не лутает. По факту. И сейчас через всю комнату такой тапок въебало. Шух! У кого-нибудь есть инъекция маны? Ладно, это не страшно, да, получается. У вас на профи. Какой самый страшный? На синдре дыхание ловить? Да нет, тоже там не сильно уж. Ну там, в принципе, если ключ есть, либо там компас, блядь, нажал, выжил, поймал, все. Самый геморрой сейчас будет на лане, потому что нужно первым кус поймать, потом еще раскусить успеть. Похрен. Если бы это первый ряд, типа окей, если бы второй. Не укус, а этот, зеркало, да? Не, там оба. Укус. Там нужно и зеркало, и укус. Ты должен раскусить 3 раза. То есть ты должен поймать зеркало, потом получить укус и это 3 раза укусить. Престена отошел делать кофе после такого. Вы тут даже не вспотели? Да нет, немного клонит сон, надо взбодриться более-менее. За счет кофейка.
О. Стакан ледяной воды, самое то. Жалостная РЛ. Все, собирай ут, нахуй, уходи. А вот цел, нихуя, смоба. Молотой его. А он отошел. А, нет, он здесь. Безжалостно, ты теперь РЛ. Сижу, командой. Смотрю, Эдик даже не стримит, блядь, сегодня. Тебе подрубище? Хочешь, я подрублю? Да, да, я лучше отхилов посмотрю, как-то мне поинтереснее. Походи. Ну, у него тут все в ОС уже расписано, нахуй, везде. Ля-ля-ля, давай-давай. Показывай, показывай все. Надо себе троху снять, блядь. Блять, это пух еще ебаная с профа по КД падает конченая. Давайте трэш потихоньку погнали убить. Все тут арчановка. Кому орала скинуть орал? Сейчас скинешь обратно на фиест. Сейчас скинешь обратно на фиест, но сейчас за. Кому РЛ скинуть РЛ? Настя, сколько это там серебра шмот? Да еще долго. Еще долго. Сейчас точно есть. Там нормально. После лани разрули. Давайте в скором темпе поехали. Сейчас я квест только знаю. Возьму новый. Что? Нет у меня джерел. Феникс. Сложнее, а? Чем проф. Сложнее, чем проф. Какой будет квест? Ну, на ШМ. Или не будет уже да, сложно? Да, проф, наверное, самый сложный. Наверное. Да не, ладно, блядь, не сложно. Он сложный, только если ты не умеешь в обаме сидеть. Ну, блядь, я тоже проебался, нахуй. Видишь, типа, давно этот квест сам не сделал. Я думал, что бывает, лужу не допивая, нахуй, мне потом не хватит нажать. Но в итоге, сука... Убили, значит, это всё, нет смысла. Из-за того, что я не допивал, нахуй, луж накидалась только что, ну его... Сам он пытался на босса, что ли, стакать Сандер? Да, я Сандер стакал. А он не работает. Этот. Забей. Тут три тычки надо сделать, чтобы один стак повесился, блять, хуйня. Не, он нормально, кстати, нормально стакался. Ну, сейчас я в обаме был, нормально стакался Сандер. Они вроде фиксили его. Может, жалобы были. Походу, что-то они поменяли или что-то сделали. Ну, короче, Сандер нормально стакался. Он всегда нормально стакался. Первый раз слышу, что он какой-то неправильный. Не, Дико, он хуёво стакался до этого. Он сейчас на X2 его всю жизнь стакали, там все нормально работало. На X2, да. Пиздец. А здесь проблема была. На прошлом. Даже в хайм можно 5 стаков держать на боссе. Тут типа это было так, нажимаешь типа троечку, и у тебя только через 5 секунд появляется стак в лучшем случае. Знаю, мы в десятку ходили, там Вова стакал, все нормально было вообще. Не, легко. Десятка за спятка тоже отличается, типа, в чем-то прикол. Они просто 25-ку взяли, типа курнули в говно и положили на стол, и все. Ну, батя, заходи, а батя, блять, Вов, этот убили, понял. Давайте выходите с АФК, хватит нам. Ебашьте трэш. Давайте мертвые. А? Маленький, ты видел свою такапту купил? Север, короче, словишь укус первый тогда, потом укусишь сразу меня, ну то бишь Ринда, понял? Угу. Этот синрицу дашь триксы по Севермору. Только, блять, ракетку сразу не ебашь, а то ты сорвешь агрон нахуй с ракеткой. А может под праведкой постоишь? А? Под праведкой постоишь второй по агру.
Да нахуя мне ловить первый укус, блядь, если мы не убиваем так быстро Ланатель? Ну, я и так успею 3 раза укусить. Ну, ладно. Мое дело предложить. Я знаю, типа, как, да, можно. Я знаю, как, ну, типа, можно словить вкус за палочку легко. Там с триксами еще нормально, плюс не есть. Дело не в этом, нахуй первым ловить. Просто хотя... не бить пару секунд. Хотя, блядь, можно и первым словить на самом деле. Но 50% правда нажать нахуй. Фонарь, чтобы собралось мне сразу зеркало, блядь. Можно и первым, в принципе. Конечно, 3 укуса успеешь. Какая разница? Ну поехали на лесу чувствую. Тут неожиданно весь рейд начнет кнопочки жать нахуй и раз ДПСит за 2 укуса. Бейте этого советника. Блять. Настины бинды это нечто, блять. Поехали, чувствуем. Да, честно говоря, я уже не помню, когда последний раз я на мили кэшу им делал. Это, наверное, блядь, было лет, наверное, 7 назад. Давно не делал. О, боешка. Да. А так красиво спулил. Блять, я уешь, мы быстрее убьем. Так. Беба, Кумакет и Войд Фьюри на этих. На кинетике. Втроем. Фонарики лисят и заберешь. Бежал сам, пускай двоих там. Что у нас? Паприка, ты попутал персонажей. А, там, я понял. У вас там семейный подряд, блядь. Рыбу ставь, фулл баф и поехали. Ну, нихуя, бис, блядь, кинжал. Бис кинжал, блядь, так. Чел еще и нидят, ну же, блин. Дороже распылить. Ставь рыбу, Настя, быстрее. Так, сейчас сказки про бафы. Я сегодня смотрю, вы сегодня дольше всех идете. Ребут был,